Уже на протяжении 70 лет ЗАГС Фрунзенского района связывает узами брака влюбленных. За это время в его стенах семьями стали более 700 тысяч пар. ЗАГС для района это имеет очень большую функцию. Почему? У нас район очень большой, проживает большое количество населения. И, конечно, я считаю, что это дом счастья. Приложены все усилия для того, чтобы вот создать этот дом таким красивым. Около 3 лет назад началось обновление ЗАГСа Фрунзенского района. В прошлом году преобразились комнаты жениха и невесты, комнаты для сотрудников. Изменилось убранство большого холла ритуальной части и малого зала торжественной регистрации. После обновленного ремонта в отделе ЗАГС открыт торжественный зал для регистрации брака и рождений, чествования золотых юбиляров. Именно сегодня удостоена такой чести пара золотых юбиляров, отмечающих сегодня свой 50-летний юбилей совместной жизни и семьи Паценко, открыть наш торжественный зал для регистрации. Пара Паценко прожила рука об руку полвека. Когда-то, в далеком 1972 году, студентка Иньяза Галя Филиппович уехала по распределению преподавать английский язык в школе в Осиповичах. В то время молодой старший лейтенант Григорий Паценко служил офицером в рядах Советской армии в военной части под Осиповичами. Там, в гостях у общих друзей, они и познакомились. Ой, познакомились мы у подруги на праздник 7 ноября в 72 году. Спустя 3 месяца мы поженились. Любили сразу друг друга? Да. И вот прожили такую долгую жизнь. Первая мысль. Мыслей было много, все путанные, все перекрутилось. И я понял, что жизнь вошла в другое русло. Жизнь действительно долгая, 50 лет, и человек, конечно же, должен жениться и выходить замуж по любви. Уважение, умение прощать, умение видеть, ну, что-то такое самое главное в человеке. Естественно, вот это вот и помогло прожить такую долгую, счастливую жизнь. Григорий Степанович до сих пор каждый день рождения супруги собирает букет сирени и преподносит своей ненаглядной. Пронести свои чувства через всю жизнь – это и есть счастье. Каролина Прокофьева, Тимур Батиров, агентство «Минск Новости».